Армсыздар Курметы Курмендер, в эфире новости на Первом Карагандинском. В студии для вас работает Александр Крылов. Космонавты международного экипажа успешно приземлились в Карагандинской области. В Караганде прошел 8-й международный еврейский фестиваль детского и юношеского творчества «Фрейлих Киндер». Шанс отправиться в Лондон выпал простому карагандинскому студенту. Карагандинская область завершила региональные дни индустриализации в стране. В нынешнем году это событие проводилось в формате эстафеты от региона к региону. Нашей области, как крупнейшему промышленному центру Казахстана, выпала честь завершить эту эстафету в канун Республиканского дня индустриализации, который пройдет 3 июля в Астане с участием главы государства. В нашем городе прошла выставка-ярмарка отечественных производителей. Свою продукцию представили около 150 предприятий промышленности и сельского хозяйства. Тут и инновационные проекты, вошедшие в карту индустриализации страны, и проекты, получившие государственную поддержку по программе «Дорожная карта бизнеса 2020». Одновременно на выставке была организована ярмарка. Ее также осмотрел аким области. На торговых прилавках представители малого и среднего бизнеса, пищевой отрасли и сельского хозяйства осуществляли продажу продукции собственного производства. В 2010 году глава государства Нурсултан Абишевич Назарбаев дал поручение разработке и принятию большой программы индустриально-инновационного развития нашей страны. С того времени, вы знаете, ежегодно в наших областях проходят дни индустриализации. И вот сегодня завершающий этап, наша Карагандинская область, сердце индустрии, проводит день индустриализации. Во время выставки были подписаны меморандумы между акиматом области и компанией по строительству домостроительного комбината, а также компаниями-застройщиками. Далее глава области посетил специальную экономическую зону Сары-Арка. Здесь он заложил капсулы на месте строительства двух заводов по производству интерактивного обучающего оборудования и производству теплоизолированных труб. Запуск обоих проектов планируется в этом году. Кроме того, Абельгази Кусаинов принял участие в открытии административно-общественного центра, где разместятся управляющая компания специальной экономической зоны, таможенные налоговые посты, будут созданы все условия для работы с инвесторами. Днем ранее аким области побывал на заводе «КАЗ-центр электропровод», индустриальном предприятии, занимающемся производством кабельной продукции, а также посетил компанию «Нордпромэнэс», которая специализируется на выпуске шпал. Вся страна готовится к рапорту главе государства по выполнению программы индустриально-инновационного развития в первом полугодии. Должен сказать, что на текущий год в нашей области запланировано 9 проектов, 3 из них сданы. При этом, должен сказать, 2 из них уникальных проекта. Первый проект – это по прямому поручению главы государства. На протяжении длительного времени разрабатывался проект по применению газа метана. Второй уникальный проект – это город Жесказган, где проведена модернизация бывшей швейной фабрики. Применено инновационное оборудование турецкое. И на сегодняшний день создано 230 новых рабочих женских мест. Ирина Камышова, Кайрат Рашитов, Алексей Спиридонов, Первый Карагандинский. Космонавты международного экипажа успешно приземлились в Карагандинской области. После полугода пребывания в космосе на Землю вернулись российский космонавт, а также 2 астронавта из США и Нидерландов. В международном аэропорту Караганды покорители космоса встретила и наша съемочная группа. Карагандинская земля снова стала пристанищем для покорителей космоса. 1 июля завершилась экспедиция экипажа корабля «Союз-03М», в составе которого находились российский космонавт Олег Кононенко, а также астронавты Дональд Петит из США и Андрей Кейперс из Нидерландов. Капсула с космонавтами приземлилась в 148 километрах от Жесказгана. Посадка, в принципе, очень нормально прошла. Капсула приземлилась вертикально. Все прошло хорошо. Мы сами прилетели на место посадки через 10-15 минут. Экипаж, когда выняли из капсулы, посадили их в стулья. Встречал космическую делегацию в международном аэропорту Караганды аким области Абельгази Кусаинов. Для нас особо почетно и важно. Международный экипаж благополучно приземлился на нашей карагандинской земле. Поистине сегодня Карагандинскую область называют космической гаванью.
и мы гордимся этим. Позвольте от вашего имени, от своего имени пожелать космонавтам здоровья, благополучия. Традиционные подарки пришлось вручать представителям Роскосмоса и НАСА. К сожалению, увидеть приземлившихся космонавтов так и не получилось. Спуск с орбиты с перегрузками отнимает у экипажа много сил и энергии. Потому покорители космоса находились под пристальным вниманием медиков. Однако главе региона все-таки удалось поздравить одного из астронавтов, нидерландца Андрей Кейперса. Beautiful. Спасибо. Вот что я сейчас. This is what I'm going to put on your head. Космонавт казах. This is the Kazakh astronaut. Приземлился на Карагандинской земле. Has landed on the land of Karaganda. Казах из Голландии. Да. Dutch Kazakh. Wow. Экипаж корабля «Союз» провел в космосе 192 дня, 18 часов и 15 минут. Это больше запланированного времени, более чем на месяц. За полгода космического полета экипаж встретил два российских грузовых корабля, участвовал в обеспечении работ с европейским и американским транспортными кораблями, выполнил более 40 научных экспериментов. Называется эксперимент «Spheres». В чем он заключается? У нас есть три небольших спутника прямо в герметичном объеме Международной космической станции, которые там летают. В проведении таких экспериментов студенты с Земли отправляли команды, используя технологии мобильных телефонов. И мы таким образом получаем новые данные по поводу того, как можно проводить новые стыковки в космосе, то есть когда маленькие спутники чуть-чуть дотрагиваются друг к другу, присоединяются. Это новые методы. После прибытия в Караганду пути космонавтов разошлись. Россиянин Олег Кононенко вылетел спецрейсом на подмосковный аэродром Чкаловский. А американец Дональд Петит и голландец Андрей Кейперс отправились на послеполетную реабилитацию в США. Ирина Камышова, Тулиген Рашитов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский. Лето 2012 года обозначилось не только прошедшим чемпионатом Европы по футболу, но и наступающими летними Олимпийскими играми в Лондоне. С нашей области едет внушительное представительство спортсменов в рядах сборной команды Республики Казахстан. Аким области Бельгезу Кусаинов встретился с олимпийцами и узнал о подготовке к важнейшим стартам этого лета. Сейчас у всех спортсменов идет заключительный этап сборов, когда каждый атлет достигает пика своей формы и тренируется более осторожно, чтобы не получить травмы. Практически все спортсмены свои последние наставления получат в Астане, оттуда уже отправятся в столицу Великобритании. Надо иметь в виду, что на сегодняшний день казахстанским спортсменам завоевано 107 лицензий по 25 видам спорта. Из них 11 лицензий по 4 видам спорта – боксу, дзюдо, легкой атлетике и игре для академического спортсмена в нашей области. При этом, если говорить о количестве людей, то мы на сегодняшний день в республике Карагандинской области по численности наших спортсменов, которые будут участвовать в Олимпиаде, занимают второе место. Карагандинская область всегда была кузницей спортивных талантов Казахстана. За недолгий период 50 атлетов с нашего региона находились в составе сборной команды страны. На данный момент у казахстанцев 107 лицензий по 25 видам спорта. Надеемся, что во всех 25 дисциплинах у нас будут золотые медали. Александр Крылов, Тулиген Рашитов, Алексей Спиридонов, Первый Карагандинский. Мы продолжаем наш выпуск. Здоровый образ жизни должен быть приоритетным для молодежи Казахстана. Во исполнение этого послания президента Нурсултана Назарбаева в нашем регионе строится множество спортивных объектов. Университет Казпотребсоюза также включился в большую стройку. Среди вузов нашего города это единственная такая площадка, отстроенная в соответствии с мировыми стандартами. Тут могут заниматься абсолютно все желающие. Строительство длилось немало, целых 2 года, но результат того стоил. Вот сегодня финиш. Этой задумки мы в казахстанских вузах, наверное, в считанных нескольких вузах есть такой элитная спортивная площадка. Они сделаны в соответствии с международным стандартом. Это волейбольные, баскетбольные площадки. Вот. Теннисный корт, вы видите, мы завершили. И этой спортивной площадкой будет пользоваться не только наши студенты, сотрудники университета, но и другие организации. 20 миллионов тенге – такова цена трудов на создание этого спортивного объекта. Теперь здесь могут тренироваться студенты и устанавливать новые рекорды нашей республики. Александр Крылов, Тулиген Рашитов, Алексей Спиридонов, Первый Карагандинский.
Караганде прошел 8-й международный еврейский фестиваль детского и юношеского творчества «Фрейлих Киндер». Свыше 200 вокалистов и танцоров со всех городов нашей страны, а также юные дарования из России и Узбекистана съехались на самое большое летнее событие еврейской общины Казахстана. Гала-концерт детско-юношеского творчества – самое большое летнее событие для еврейской общины Казахстана. Подготовка начинается далеко до фестиваля. Репетиции, сценарии, пошив костюмов – все готовится с особым старанием. Темой 8-го «Фрейлих Киндер» стал штетл. Это небольшие деревушки или поселения Восточной Европы со своим бытовым и духовным укладом, где преимущественно жили евреи. Участники фестиваля исполняли песни на 5 языках, удивляли разнообразием еврейских танцев и красочными народными костюмами. Ставим какую-то степень новизны, открытий, творческих открытий, новые какие-то песни, новые танцы. Евреи проживают по всему миру, среди других народов, но при этом они сохранили свою культуру, богатую и самобытную. Это выражается в музыке и танцах фестиваля «Фрейлих Киндер». Евгения Чугайнова, гостья из Алматы, участница еврейской танцевальной группы «Йонати». Для коллектива из южной столицы участие в этом фестивале стало уже доброй традицией. Этот фестиваль хорош тем, что он объединяет евреев разных городов и позволяет нам показать то, чего мы добились за год. Песни, танцы. Также мы знакомимся с самыми людьми, потому что каждый год появляется кто-то новый, маленькие, взрослые, все вместе, все могут, все наравне общаются, и это очень поднимает такой еврейский дух, еврейское самосознание. Фестиваль «Фрейлих Киндер» с каждым годом расширяет географию и число участников. Сегодня показать свои таланты приехали более 200 участников из России, Узбекистана и 12 городов нашей страны. И это не предел, говорят организаторы. Я думаю, что мы будем развивать вот это именно международность нашего фестиваля. И для этого есть все условия. Казахстан на сегодняшний день открытая страна. Приехать в Казахстан мечтают многие. И мы будем приглашать и центральноазиатские страны, и Киргизию, Узбекистан, Таджикистан, Туркмению, может быть, Азербайджан. Это же очень хорошо, когда дети дружат из соседних стран вместе. Ирина Камышова, Тулеген Рашитов, Алексей Спиридонов, Первый Карагандинский. Отправиться на Олимпийские игры в Лондон за пользование пластиковой карточкой Visa. Такой шанс выпал простому карагандинскому студенту. С 15 марта по 15 мая БТА Банк совместно с международной платежной системой Visa проводил акцию «Весь мир с собой». Главный приз – путевка на летние Олимпийские игры в столицу Англии. Я стал победителем акции, которую проводил БТА Банк совместно с Visa. Путевка на двоих на Олимпийские игры в Лондон. Хочу пожелать тебе удачи. И что действительно, ну, настоящим болельщиком за наших спортсменов. Благодарю. Обладателем двух заветных билетов на поистине историческое событие – летние Олимпийские игры в Лондоне – стал карагандинский студент, будущий финансист Ернар Кишубаев. Стать участником акции мог любой держатель платежной карточки Visa или Visa Electron от БТА банка. Необходимо было лишь расплатиться за покупки или услуги пластиковой картой, после чего методом выпадения случайных чисел по номеру карточки был определен победитель. На этот раз удача улыбнулась молодому карагандинцу, и совсем скоро Ернар Кишубаев отправится на Туманный Альбион поддержать казахстанских спортсменов. Поеду скоро с братом 4 августа. Вот хочу всем посоветовать казахстанцам БТА Банк. Часто слышал о их акциях. Сам обслуживаюсь более 5 лет БТА Банком. Карточкой пользовался, часто оплачивал на кассах. Это продукты, то все, вещи покупать. Вот из-за этого терминалом. Редко когда обналичивал, потому что, сами понимаете, когда обналичиваешь, деньги как вода сразу уходят, лучше на карточке хранить. Помимо путевки в Лондон, за весенний период акции было разыграно 230 денежных призов. В карагандинском регионе обладателями выигрышей от 5 до 20 тысяч тенге стали 14 держателей платежных карточек БТА банка. Цель этой акции, чтобы стимулировать держателей карточек нашего банка. В рамках этой акции вот было разыграно 230 денежных призов и главный приз – путевка на Олимпийские игры на двух человек.
Мне очень отрадно, что главный приз попал именно в наш регион. Преимущества карточки неоспоримы. Можно получать наличные деньги через любые отделения банка БТА и круглосуточно снимать их через банкоматы, оплачивать по карточке коммунальные услуги, услуги связи, покупать продукты и вещи в торгово-сервисных местах. Одна из преимуществ платежной карточки, в основном, кто получает заработную плату через наш банк, они являются участниками зарплатного проекта, а кто является участником зарплатного проекта, они имеют ряд льгот и преимуществ для получения кредитов, как залогового кредита, так и беззалогового кредита. И плюс, наши партнеры, это действительно торговые точки и организации, оказывающие услуги, кто с нами давно сотрудничает, они предоставляют от 3 до 15% скидок при получении покупки товара и оказании услуг. Словом, платежная карта не знает границ, расстояния и языковых барьеров. Это универсальный финансовый инструмент, дающий доступ к вашим денежным средствам 24 часа в сутки, 365 дней в году. А когда за пользование платежной карточкой можно получить подарок, становится приятнее вдвойне. Это не первая акция, это проводится уже несколько раз. И будем дальше проводить. Поэтому я хочу всем жителям нашего региона, получайте карточки Бутабанка, и вам обязательно повезет. Ирина Камышова, Тулиген Рашитов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский. В жизни каждого студента наступает пора прощания с вузом. Этот день наступил и у студентов колледжа Балашак. Из стен колледжа Балашак выпускается около 280 студентов, продолжит наш корреспондент. Сегодня на новый профессиональный путь встает новое поколение выпускников. Сегодня мы выпускаем 282 студента различных специальностей. Каждое учебное заведение старается провести выпускной бал яркий и запоминающий. А студенты желают выглядеть красиво и впечатляюще. Существуют и свои традиции проведения выпускных. По словам студентов, самый незабываемый момент в жизни каждого человека – это студенческая жизнь. Я их благодарю за то, что они обучили нас, дали нам знания, вложили нам основу нашей профессии. Мы сюда пришли в колледж, как школьники, а сейчас выпускаемся квалифицированными специалистами. Спасибо за все. Выпускной бал – это не только вручение дипломов об окончании учебного заведения, но и традиционные поздравления, конкурсы, напутственные слова. Именно в этот день выпускники выглядят торжественно и нарядно. Сегодня свыше 270 студентов получают дипломы по 6 специальностям. 22 выпускника заканчивают с красным дипломом. Как отметили преподаватели, мероприятия на таком уровне они проводят впервые. У нас много, достаточно 80% преподавательского состава – это преподаватели с высшей первой категории. Наши студенты получают знания профессорско-преподавательского состава Карагандинского университета Булашак. Мирамгуса Акимбаева, Тулиген Рашит, Алексей Спиридонов, Первый Карагандинский. На этом наш выпуск подошел к концу. Помните, если у вас есть интересная информация, вы хотите поделиться, телефон нашей редакции остается прежним – 420649. Также оставляйте свои комментарии, отзывы, пожелания на нашем сайте, адрес которого сейчас видите у себя на экране. На этом у меня все. Всего доброго. Саубон Аздар.